Ну а перед церемонией награждения мы еще увидим суперзаезд с участием победителя гонки звезд журнала «За рулем» 2015 года Николая Карамышева с Пьером Гасли, серебряным призером мировой серии «Рено» в классе «Формулы Рено 3 и 5» прошлого года и участником будущего первенства этого сезона в серии GP2. Пьер Гасли уже вплотную подбирается к «Формуле 1». Он является протеже компании Red Bull, входит в молодежную программу этой компании, которая взрастила Себастьяна Феттеля, взрастила Карлоса Сайнса. Кстати говоря, именно Сайнсу в прошлом сезоне в мировой серии Рено уступил Пьер Гасли в сражении за титул. Макс Верстаппен, новый гонщик Red Bull, теперь уже в Формуле 1. Ну и, конечно же, Даниил Квят, наша надежда в Формуле 1, также воспитанник молодежной программы Red Bull, как и специальный гость гонки звезд «За рулем» 2015 года Пьер Гасли, с которым сразится Николай Карамышев. Вот машина Пьера Гасли уже рядом с автомобилем Николая Карамышева. Пьер Гасли номер 7. Давайте поприветствуем аплодисментами, конечно же, и Николая Карамышева, как победителя гонки звезд журнала «За рулем» 2015 года, и его соперника по суперзаезду, французского молодого 19-летнего спортсмена Пьера Гасли. Итак, Пьер Гасли сейчас покидает машину, чтобы поприветствовать публику, поприветствовать болельщиков, зрителей здесь, на центральном московском ипподроме. Но нет, наверное, все-таки Пьер Гасли сейчас не будет выбираться из машины. Уже после финиша мы поприветствуем этого гонщика. Сейчас полная концентрация, несмотря на то, что Пьер Гасли здесь не борется, скажем так, ни за какие звания. Но плох тот гонщик, который в любом соревновании не мечтает о победе. Как говорится, как только пилот закрывает забрало своего шлема, у него цель только одна – финишировать раньше конкурента. Николай Карамышев, победитель гонки звезд журнала «За рулем» 2015 против Пьера Гасли, серебряного призера мировой серии «Рено» 2014 года и участника грядущего сезона серии GP2. Сергей, Пьер Гасли спускается к нам с трибуны. Вот сейчас можно его видеть. Мы все его ждем и приветствуем. Пьер Гасли! Да, Пьер Гасли был еще не за рулем. Пьер Гасли только сейчас отправляется к своему автомобилю. У нас есть возможность поприветствовать восходящую звезду мирового автоспорта. Пьер Гасли на центральном московском ипподроме. Ваши аплодисменты специальному гостю гонки звезд за рулем. Гонки звезд журнала «За рулем» 2015 года. Аплодисменты Пьеру Гасли, который сейчас занимает место за рулем специально подготовленного автомобиля Renault Logan под номером 7. Ну а Николай Карамышев, который отпраздновал победу в гонке звезд, сейчас должен снова собраться, оставить все, скажем так, мысли уже о выигранном заезде позади и сконцентрироваться на том, чтобы одолеть Пьера Гасли. Итак, Пьер Гасли готовится занять место за рулем своей машины. Шлем здесь уже гонщика на готове. Полная концентрация. Как я уже говорил, несмотря на то, что Пьер Гасли здесь не борется ни за какие звания, не борется за очки, но, конечно же, в любом случае ему хотелось бы одержать победу. Это будет сделать непросто в соперничестве с Николаем Карамышевым, который так здорово себя зарекомендовал сегодня и в отборочной стадии соревнований, и за рулем автомобиля Renault Logan. Но у Пьера Гасли тоже уже была возможность адаптироваться к этой технике. Сегодня с утра перед пресс-конференцией он провел несколько тренировочных заездов, так что готов и к трассе, знает, что от нее ожидать, и готов к пилотированию вот этого автомобиля. Итак, Пьер Гасли из Франции против Николая Карамышева из российского Курска. Интереснейший дуэль нас ожидает впереди. И сейчас слово Максиму Кадакову, главному редактору журнала «За рулем». Друзья, Пьер Гасли попросил проехать два круга, поскольку он на машине ездил рано утром, совсем по другому покрытию. Сейчас он в качестве тренировки, и это справедливо, наверное, проедет по трассе, почувствует машину, и потом уже состоится боевой заезд. Ну что ж, вот такая вот подробность от Максима Кадакова, главного редактора журнала «За рулем», который сообщил нам о просьбе Пьера Гасли провести дополнительные два ознакомительных круга. Ну, в общем, это как раз подтверждает то, что для Гасли, несмотря на то, что он является просто приглашенной звездой, это вовсе не такая рутинная гонка. Действительно, он нацеливается на борьбу с Николаем Карамышевым и для этого хочет как можно все-таки лучше адаптироваться и к трассе, и к автомобилю.
Ну а пока у нас последнее приготовление гонщиков, я предлагаю зрителям еще раз наградить овациями Николая Карамышева, победителя гонки звезд за рулем 2015 года, которому сейчас предстоит побороться с Пьером Гасли. И также аплодисменты, конечно же, и Пьеру Гасли, нашему специальному гостю, который сейчас отправляется на два ознакомительных круга. Он специально попросил это у организаторов, ему, естественно, пошли навстречу. И это, еще раз подчеркну, подтверждает то, что для Пьера Гасли это не отбывание номера, и то, что он хочет потренироваться, действительно показывает то, что он хочет, безусловно, навязать борьбу Николаю Карамышеву. Но это будет сделано непросто. Курский гонщик показал себя сегодня очень здорово и в отборочных соревнованиях за рулем своего гоночного автомобиля, и затем в финалах уже на этой машине под номером 1 Renault Logan. Специальная версия, подготовленная гонки звезд за рулем 2015 года. В трех финальных заездах две победы одержал Николай Карамышев и еще в одной гонке финишировал на втором месте. Так что из 15 возможных максимальных очков он заработал в финалах 14 баллов. Блестящий результат и совершенно заслуженная победа Николая Карамышева. Что касается Пьера Гасли, то он родился 7 февраля 1996 года, совсем недавно отпраздновал свой 19-й день рождения. Родился в знаменитом французском городе Руан, где в свое время проходили Гран-при Франции Формулы-1. В 2006 году, в 10-летнем возрасте, он начал свою карьеру, естественно, в картинге. Он является выпускником гоночной академии города Лиман. Добился успеха в картинговых соревнованиях. В частности, в 2010-м он стал вице-чемпионом Европы по картингу. И после этого перешел уже в большие гонки, в формульные соревнования. В 2011 году Пьер Гасли дебютировал во французской формуле 4. И затем через год, в 2012-м, дебютировал в двухлитровой формуле «Рено» и стал выступать в Еврокубке формулы «Рено» в рамках мировой серии. Он добился успехов в двухлитровой категории, нескольких побед, в том числе на российском этапе на трассе Moscow Raceway. И успешные выступления в двухлитровой категории позволили Пьеру Гасли затем в 2014-м перейти в старшую категорию мировой серии Renault, класс формулы Renault 3 и 5. И чемпионат в итоге он завершил на втором месте, уступив только Карлосу Сайнцу-младшему, сыну легендарного Эль Матадора, двукратного чемпиона по классическому ралли, триумфатора ралли-марафона «Дакар». Сам Карлос Сайнц уже начинает подготовку к своему дебютному сезону в «Формуле-1» в составе команды «Торо Росса». Буквально вчера завершилась очередная серия предсезонных тестов F1 на испанской трассе «Барселона». Ну а нашим гостем гонки звезд за рулем 2015 становится Пьер Гасли. Всего лишь 19 лет. Он будет выступать в этом сезоне в серии GP2. Последние ступени перед большими призами. Пьер Гасли, участник молодежной программы компании Red Bull. Преодолев сейчас два тренировочных круга по мокрой водяной дорожке центрального московского ипподрома, Пьер Гасли устанавливает свою машину рядом с победителем гонки звезд за рулем 2015 Николаем Карамышевым. Впереди дуэль. Россия против Франции. Николай Карамышев против Пьера Гасли. Итак, Николай Карамышев и Пьер Гасли, все готово к старту суперзаезда. Три круга дистанции и Гасли и Карамышев. Кто из них выиграет старт? Пьер Гасли вырывается вперед. Лучше он начинает этот заезд, нежели Николай Карамышев. Но посмотрите, на разгоне Николай Карамышев отыгрывается. Внутри перед первым поворотом находится Пьер Гасли. Но даже по внешнему радиусу перед первым поворотом гонщик из Курска опережает своего французского соперника. Россиянин захватывает лидерство и сразу пытается создать преимущество над Пьером Гасли. Николай Карамышев лидирует. Гасли старается
старается не отстать, но ничего у него не получается. Посмотрите, совершенно разные темпы. Ну, безусловно, здесь все-таки стоит отметить, что у Николая Карамышева гораздо лучше знание этой трассы и подготовка к местным условиям, чем у Пьера Гасли, даже несмотря на вот эти дополнительные два тренировочных круга. Но в то же время, если оглядываться назад в историю гонки звезд, то можно вспомнить, когда приглашенные звезды навязывали достаточно серьезную конкуренцию своим российским соперникам. Ну и, пожалуй, наверное, наилучшее достижение из приглашенных звезд у Себастьяна Лёба, когда в Раменском он боролся с Алексеем Дудукало, и в итоге Дуду сумел опередить на 0,1 секунды на финише. Правда, тогда была не очная борьба, а раздельный старт, и с секундомером боролись пилоты. Здесь же у нас борьба очная, но точнее она очной была до первого поворота. Затем Николай Карамышев захватил лидерство. Аплодируем, приветствуем сейчас Николая Карамышева. Первый круг дистанции он завершает лидером. Ну и, конечно же, наша поддержка французскому гостю Пьеру Гасли, который, в свою очередь, сейчас завершает первый круг дистанции. И два круга еще остается у пилотов до финиша этого суперфинального заезда. Николай Карамышев, победитель гонки звезд, сейчас может еще один такой дополнительный приятный бонус записать в свой актив, выиграв и суперзаезд против Пьера Гасли. Пока что все складывается в пользу Николая Карамышева. Он уверенно контролирует ход этой гонки. И даже, в принципе, учитывая преимущество в настоящий момент, которое сейчас есть у обладателя Кубка Европы по кузовным гонкам, вполне он может даже и не на все 100% выкладываться, а поберечь, собственно, технику и возможность допустить каких-то ошибки. С другой стороны, у гонщиков частенько бывает, когда они специально сбрасывают темп, как раз вот здесь на этом концентрация и теряется, когда они выбиваются из своего ритма. В любом случае, что давать советы такому спортсмену, как Николай Карамышев? В советах он не нуждается, он сам прекрасно знает, как, конечно же, себя вести за рулем гоночного автомобиля. И Николай Карамышев снова перед нами, снова перед зрителями гонки звезд журнала «За рулем». Один круг остается до финиша. Николай Карамышев уверенно лидирует и опережает Пьера Гасли. Гасли только-только сейчас появляется из последнего поворота, и мы видим, что уступает практически всю длину прямой трассы на московском центральном ипподроме. Вот сейчас пересекает линию финиша второго круга Пьер Гасли и отправляется на финальный виток по трассе. Ну а Николай Карамышев уже на дальней прямой сейчас. Николай Карамышев продолжает укреплять свое лидерство и приближаться к победному, поистине триумфальному финишу в сегодняшних соревнованиях. Николай Карамышев впервые в своей карьере выиграл гонку звезд за рулем и пополнил список таких гонщиков, как Анатолий Козырчиков, Владимир Гольцов, Валерий Сажин, Александр Граев, Николай Бахмуров, Виктор Казанков, Мика Хетинен, финн, который является единственным иностранцем, сумевшим победить в гонке звезд, это было в 89-м, Юрий Боровиков, Николай Мезенцев, Владислав Штыков, Алексей Дудукало, Алексей Васильев, Владимир Шишенин, Тимур Садридинов, Николай Больших, Борис Маслов, Сергей Успенский, Кирилл Ладыгин. Все они выигрывали гонку звезд, и вот в этом году у нас новый победитель гонки звезд и победитель суперзаезда сейчас Николай Карамышев. Ваши аплодисменты гонщику из Курска, который выигрывает и суперзаезд, суперфинал против Пьера Гасли, молодого французского пилота, которому, конечно же, в этих условиях было крайне непросто против такого мастера, и мы должны отдать должное и специальному гостю гонки звезд за рулем 2015 Пьеру Гасли, который сейчас финиширует, как говорится, на почетном втором месте. Аплодисменты, Пьер Гасли! И желаем французу, конечно же, дальнейших успехов в его международной гоночной карьере. И будем надеяться, что увидим Пьера Гасли, может быть, уже через годик-другой в больших призах. Ну а в ближайшем сезоне он будет сражаться за чемпионский титул в составе французской команды «Дамс» серии GP2, и в том числе приедет на российские этапы этой серии, который пройдет в рамках уикенда Большого приза России в Сочи осенью этого года. Ну что же, Николай Карамышев, успешный для него день, и Николай Карамышев становится победителем 26-й по счету гонки звезд на призы журнала «За рулем» образца 2015 года. Николай Карамышев сейчас завершит этот круг почета и остановится возле призового подиума. Ну а пока он появляется на выходе из последнего поворота, наши аплодисменты Николаю Карамышеву, главному герою гонки звезд за рулем 2015 года.
Николай Карамышев подъезжает к подиуму, где его ждет верхняя ступенька пьедестала почета, где его ждет главный приз соревнований – бронзовая шина. Сейчас Николай Карамышев покинет свою машину «Рено Логан» под номером один. По жеребьевке ему достался именно первый номер, и он подтвердил, что действительно сегодня является номером один. Николай Карамышев покидает сейчас свой автомобиль. Рядом с ним останавливается Пьер Гасли, серьезно ему уступивший в суперфинальном заезде. Но, тем не менее, также мы сейчас поприветствуем, конечно же, и нашего французского гостя Пьера Гасли, вице-чемпиона Формулы Рено 3 и 5 прошлого сезона. Николай Карамышев и Пьер Гасли на главной прямой Московского центрального ипподрома. Николай Карамышев! Целует крышу своего автомобиля, который принес ему две победы в финальных заездах, который принес ему победу в гонке «Звезд за рулем» 2015 года и победу над Пьером Гасли в финале, в суперфинале этого соревнования. Наши аплодисменты Пьеру Гасли и, конечно же, Николаю Карамышеву! Ну что же, это была красивая борьба на протяжении всего сегодняшнего дня и в заездах отборочной стадии, во всех 6-10-круговых гонках и затем в трех динамичных, очень красивых финалах. И суперфинал, безусловно, стал украшением гонки звезд журнала «За рулем» 2015 года. И еще раз наше поздравление новому победителю гонки звезд «За рулем» Николаю Карамышеву. Вы видите, что сейчас еще два автомобиля появляются на стартовой линии. И действительно, это еще не все. У нас еще один специальный заезд приготовлен для вас в гонке этого года. И известные ведущие Стилавин и Вахитов сейчас сразятся на трассе в очной дуэли друг с другом. Вот это будет, я думаю, по-настоящему интересно и интригующе. Друзья мои, Пьер Гасли покидает нас. Он срочно уезжает уже в аэропорт. Мы попросим сказать его последнее слово, понравилась ему гонка или нет. Два слова буквально о впечатлениях. Yeah, I mean, it was really good to be in Russia, and I really enjoyed it. It was the first time on the ice, really difficult, as you can see it. And not just was really great to be here with a lot of people, and it was good to follow the races as well. So yeah, thanks to everybody, and I hope I will be back in Russia soon. Это было очень интересно. В первый раз на ледовой гонке. Для меня это новый опыт. Очень понравилось. Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что скоро вернусь еще в Россию. Чтобы помнить о России, мы дарим в качестве презента маленького Деда Мороза. Аплодисменты Пьеру Гасли! Спасибо! Специальному гостю гонки «Звезд за рулем» 2015. Получил Пьер Гасли специальный приз от Максима Кадакова, главного редактора журнала «За рулем», журнала, который является бессменным организатором гонки «Звезд». Ну что же, спасибо большое Пьеру Гасли, что нашел время в своем плотном расписании для того, чтобы приехать и поучаствовать в суперзаезде с победителем гонки «Звезд за рулем» 2015 Николаем Карамышевым. Итак, провожаем аплодисментами Пьера Гасли! Уже совсем скоро обратный рейс самолета у Пьера Гасли, так что сейчас сразу он отправится в аэропорт. У современных гонщиков буквально в расписании нет ни одной свободной минутки.